за хвостом крутится. Что-то с головой сделалось, ударилась с высоты, прыгнула, перевернулась. Или клещи в ушах. Вчера уколы ставили, тут приходили. Выйдешь, вот сегодня утром пришли. Он, он наши идут. Он. Маргарита идет. Вон Маргарита идет. Видишь, тут все видать. Так, давай, шприцы, доставай. Здесь, вот, справа здесь. Вот. А где здесь такой рукой большой? Там? Нет, я туда. Нет, большой рукой, который сделал. Потом на холодную. А здесь? Ты уже показал, да? Сказали на окне, чтобы холодно было. Вот Володя на окно там все поставил, чтобы ничего тут не прокисло. Давай. Ну и вот здесь вот тут все на этой лежало. Сегодня воскресный день, но несмотря на это, кошечка нуждается в лечении. Так, а где она, кошка-то? А, вон она забилась, ее там не видать, она спряталась. Ты что там забилась? А ну-ка вылазь оттуда. Ты сейчас как, ты им все дашь, держи ее крепко, чтобы она тебя не выскочила, ты что-то слабо держишь. Вчера рванула кошка и ушла из рук. Вот она сидит. Ну, я сейчас оттуда ее высвещу. У меня есть фонарик. Вот она сидит. А там внизу голуби. Мне радостно, что сказали, что нет голубей. Это и клеща уже нету. Нету. А может и не было. Больше всего похоже на удар, так? А, это, хотел спросить, Настя, ты вчера эту стекляшку убирала? Там все унесли. А, все, а мы ее потеряли, давай искать. А я же сказал, привела. Я забыла. Не, не помню. Я вчера забыла выбросить. Оказывается, они вчера забрали все отсюда. Все забрали? Ну вот это то, что стеклышко было, вот это все. А, ну это хорошо. Но. А то искали, искали стекло под ногами, боялись, что отломанное. Все. Это... Давай. Вазомоторный ремень называется. Так, и ватную палочку. Давай сделаем так. Ватную палочку надо? Нет. Нет? Давайте мы сейчас поставим только уколы, а после занятия пойдем и уши почистим. И второй палочки пол... вон там внутри. Ладно, потом она сказала, после занятий. Так, бери. Ну ты, чтобы не выпустить, ты что стоишь-то? Посторонний, что ли? Нет, реакция лучше, вы зря говорите. Снимай ее сюда и крепко держи. А ты рука, руки, ну, ноги держи, а он там голову. Сейчас только крепко держи, только не поломать руки, ну, это, тихо, ноги. На тот же делаешь пол. Вот так. Вот так делаешь. Он, видишь, как держит она ее. Здесь делаешь складку. Так, прижимаешь и одновременно прижимаешь лапу. Там ноги, чтобы она не укусила. Где-то, дай, передние ноги держи или как. Смотри, чтобы не укусила. Паля, паля, паля. Спит, паля, паля, поздно, паля, паля. Так, уже долго не это, не ходите зря. Все, все, все. Показывай, с какой? Оттягивай. С правой стороны. Ты держишь лапки. Смотри, только ноги не переломайте. Ой. Володя, держи шкирку. А ты руки от головы убери у нее. Руки убери, убери. Все, подержи. Держи, 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 держи. Правильно, Паля, правильно. Держись, держись, держись. Так, чуть-чуть отодвинься. Паля, Паля, Паля. Вот так. А Паля, 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 Паля. Ну ты держи где-то вот тоже лапы там или как. Лучше сюда руку. Володя, не вот отпускай ни под каким видом. Все. Держи. Котенок вот всего только, как будто бы тигр держит. Ну,
понимаю, что же вам ему надо. Валя, успокойся. Все нормально, все нормально. Сзади бутылек, туда не суйся, Инапа. Сиди ровно. Господи, благослови. Паля, Паля, потом сразу туда на место ее. Смотри, она куда стала. Тихо, моя радость. Все. Держи крепко. Все. Так, еще один... что-то надо делать, нет? Да, еще один укол. Так, подожди. Держи. Володя, перехвати. Все, перехватили? Давай, извините. Скорее. Смотри, чтобы лапа на тебя не тонула. Тихо. Прижми лапу ты ей. Паленька, Паля, Паля. Мур-мур-мур. Сейчас тебе я, этот, моя радость, дадут. Все, моя хорошая. Так, все, поднимай ее туда, сразу на место. Так, все, сади ее на место. Все, бутылек не опрокинь, свой. Все, тащи, Паля, Паля, на место, закрывай сразу. Настя, спаси Христос. О, слава Богу, ну реакция у него лучше стала. А? Реакция лучше стала. Вчера она вот так вот делала. Ты считаешь, получше? Получше. Сейчас ну, это раз, есть раз. Такой фильм «Я легенда», как там эти манкурты делались. Угу. Ну, выпустили вирус. Да, помню. Давай, Господи, благослови. Вот так, Помилу, перекрестите, благослови, знаю, Господи, ее. Терпимая радость. Вот она, хорошенькая такая. Так, Андрей-то знает, что вы ко мне приходите? Знает, а? Знает, что он говорит? Ничего не сказал. Ничего не сказал? Ну, слава Богу. Ну ладно, во славу Божию. У нее муж глухонемой, Андрей. Хороший мастер. Все, уходим. Иначе мы опоздаем. Смотри, куда ложат. Что дальше делать? То есть скажи, когда... После занятия подойдем, ну, ладно. Еще укол сделаем. После занятий, после службы пройдет, потом у нас будет собрание, а потом занятие. И ушко почистим. Ну все, не торопитесь. Тут и пообедаете. И ничего себе. Все, во славу Божию.